В 2003 году в Саранске проходил интернет-фестиваль. Школьники выясняли, кто из них юзер, а кто лузер. А взрослые за этим наблюдали и приговаривали. Учите лучше, пригодится в жизни потом. Погонять в любимые компьютерные игры детям не дали, а предложили самостоятельно создать собственный сайт. Годом позднее наша съемочная группа снимала финал республиканского конкурса «Воспитатель года». И каково же было наше удивление, когда среди массы участниц неожиданно мелькнул претендент на победу – один-единственный мужчина. Нет, вот им учитель не мечтал стать, но так вот вышло. В 2005 году в Саранске в одном месте встретились поклонники восточной музыки и танцев. Тогда в Мордовии проходил фестиваль «Жемчужины Индии». Не умеешь – научим, не хочешь – заставим. По такому принципу в 2011 году футбольные азы постигали работники учреждений культуры. Происходило это все в их профессиональный праздник. Впереди ждали государственные награды, поэтому отказаться от участия не смог никто. В 2014 году наша съемочная группа вместе со специалистами Республиканского перинатального центра подводила итоги деятельности врачей. Работники этого учреждения выходили и дали шанс на полноценную жизнь более 100 младенцам с экстремально низкой массой тела. Благодаря современному оборудованию и постоянному совершенствованию персонала, медики там готовы в любой момент к принятию родов 24 недели. Если раньше мы выхаживали детей от 26 недель, то эти дети со сроком гестации 24 недели. Это вот очень маленький срок, это, ну, как бы является определенным успехом в выхаживании таких маленьких детей. В 2015 году наша съемочная группа побывала на первых в республике весенне-полевых работах. Впрочем, для сабанчеевских аграриев выходить в поля раньше всех – дело привычное. Но перед этим работники сельхозпредприятия серьезно готовились к началу посевной. На севе зерновых у нас будут работать 10 агрегатов. После на севе сахарной свеклы будут работать 7 агрегатов и на кукурузу 3 агрегата. Нормальная техника, у нас 3 джондера, в основном один джондер будет сеять, у нас сеялка, селитер. В 2016 году с нами делился впечатлениями студент МГУ имени Огарева. Александр Титов около недели прожил на Байконуре. Он лично смог наблюдать за бытом работников этой стартовой космической площадки и побывать в местах, где раньше бывал его знаменитый однофамилец Герман Титов. Я узнал столько интересного и настолько сильно я был впечатлен. Но самое, конечно, интересное – это был запуск ракеты и то, что мы проводили космонавтов. Вот поразило то, что насколько у нас сильные державы. Таким нам запомнилось 24 марта разных лет. Евгений Волков, «Наши новости».